Добрый день. Хочу обзор такой штучки показать. Фирма называется 100 пудов. Харьковская фирма. Они вот придумали такие вот пасочки. Сумиш для паски, чтобы спечь пасочки. У меня с тестом всегда проблемы, у меня не получается. Паски никогда еще не пекла. В этом году буду печь первый раз. Здесь получается написано на 5 пасочек по 150 грамм. Значит, здесь они в подарок дают такие вот наклеечки, даже не наклеечки, это клееночка на крашеночке будет. Посыпку они дают, 5 штук формочек в подарок. Ну, а внутри получается такой сухие компоненты для теста, изюм, глазурь, все это сделать. То есть получается вот такие вот. Все прекрасно написано. Состав, адрес, все телефоны, сайты, ну, вся прекрасная штука. Тут, значит, рецепт написан и написано вся состав. Плюс дата свежая. У продавцов спрашивала, я покупала на оптовом такую коробочку за 47 или 46 гривен. На сайте стоит дороже на гривен 20. Они есть на сайте, там можно на этой фирме заказать очень много разного чего. Но пасочек, наверное, вида 3 или 4 у них там есть. В принципе, из того, что написано, то как бы хороший состав, без всяких там таких добавок, которые не нужны. Вот. И 6 месяцев от даты производства. Ну, то есть это изготавливается сугубо под паску, то есть на пасочку, и потом на гробки тоже выпекают пасочки. То есть сейчас посмотрим, что они положили внутрь, как это все лежит. Так. У нас есть 6 штучек, 5, правильно, 5 там написано, 5 пасочек. Пасочки вот такие вот, на ладошку мне помещается. Вот такие вот у нас будут пасочки, вот такие у нас наклеечки. О, у нас что-то уже посыпалось, посыпка посыпалась. 7 наклеек, у нас ванилин, ванилин днепропетровский. У нас есть посыпка, было их 2, но почему-то у нас она осталась одна. Где-то она все-таки потерялась, неправильно, может, отрезана, или кто-то себе уже отрезал. Значит, дальше у нас здесь есть пасхальная глазурь. Значит, тоже такая по срокам годности хорошая. Сливки, тра-та-та. Хотела посмотреть, что тоже Днепропетровск, между прочим, там же, где и ванилин изготовление, но фирма почему-то разная написана, адрес тот же. Здесь у нас опара. Это для таких, наверное, молоденьких совсем, которым надо все разжевывать, показывать. Ну, по крайней мере, я такая. Мне надо все конкретно по рецепту все сделать первый раз четко. Изюм. Изюма тут грамм 100. И самое. Ой, а что-то там еще есть. Это, я так понимаю, мука. И что-то я нашла еще. Что это такое? Игра 5 ведьминостей. Возьми две схожие между собой картинки, тестер, найдите 5 ведьминостей. Так здесь еще и для теток какая-то игра. Ну, прикольно. Значит, сейчас откроем, посмотрим. У нас таких маленьких деток нету. Ну, есть зато племянники. Вот две картинки идет. Этих две надо 5. Этих две. То есть их тут получается 4 пары. 4 пары, в которых нужно найти. Ну, прикольная штучка. Молодцы. Производитель 100 пудов. Чудесно. Еще и продумали вот такую красоту. Видно, понимали, что такое будут покупать только молоденькие мамы, которые не умеют выпекать паски. Ну, это приятный сюрприз. Фирме 100 пудов. Для тех, кто придумал, молодцы. Умнички. Такое вот придумали, конечно, обалденно. Ну, у меня дети уже взрослые. Ну, есть племянники, которым можно передать. Ну, в принципе, пока все. Я так думаю, у нас сегодня 24 марта. Значит, ну, через недельки две сниму обзор, как буду из этого готовить.
Все. Так что смотрите, через 2 недельки у нас будет пасочка. Все, до свидания.